Клуб народного творчества «Наследие» дал старт новому проекту «Музейная гостиная». Идея проста и очень актуальна. Это тематические выставки на один вечер. История одного или нескольких экспонатов, рассказанная для любознательных и неравнодушных людей. История, переплетенная с музыкой, танцами и песнями творческих коллективов города Бреста. Я предложила сделать такой симбиоз между художниками, ремесленниками, коллекционерами, певцами, танцорами, то есть именно самодеятельными коллективами нашего города. Ведь это тоже творческие люди, потому что клуб «Наследие» как бы творческий клуб. Вот, и поэтому я предложила, чтобы было такое сочетание и экспонатов каких-то, то есть музейной, и те же танцы. И в то же время это как бы, ну, будем говорить так, познавательно-развлекательное мероприятие. То есть что-то люди узнают новое, соответственно, они еще плюс здесь отдыхают, могут потанцевать. И, ну просто все это, соответственно, тематически идет. То есть не просто так, что вы пришли, как на дискотеке, попрыгали и ушли. А именно, чтобы мы что-то узнали, познакомились с новыми коллективами или какими-то новыми интересными людьми. Первая тема февраля получилась очень интересной. А все потому, что ею стал карнавал. Это самый яркий и веселый праздник в году, когда весь город носит маски, а выступления артистов, музыкантов, народные гуляния не прекращаются ни на минуту. И такой праздник устраивают во всем мире. И в каждой стране он имеет свою собственную историю и неповторимый стиль. В музейной гостиной Бреста маскарад получился по-настоящему классный. Я тоже, как и люди, получаю удовольствие от того, что я делаю, что я могу что-то людям показать, что-то дать и взамен получать вот это вот спасибо, хорошие улыбки, хорошее настроение. Наверное, мы питаем друг друга, я их своей энергией, они меня, вот так вот, наверное, рождаются какие-то мысли. Музейная гостиная заинтересовала брещан с первых минут. И для многих она стала больше, чем музей. Это заметно по тому количеству людей, которые пришли на мероприятие. Здесь стали собираться люди, объединенные общими интересами, для того, чтобы поделиться опытом, некоторыми секретами своей работы. Это и маски ручной работы, и картины, написанные в разных техниках, а также другие не менее интересные экспонаты. Клуб, он изначально создавался для того, чтобы расширить наш диапазон и работать на жителей нашего города, а также гостей. И сегодняшний вечер подтверждение этому. У всех, кто хоть раз посетит музейную гостиную, в душе зажгутся незримые огоньки, которые при непрерывной подпитке будут становиться тонкими струнками человеческой души.